Новый детский сад возводят в границах улиц Старозагора, Московское шоссе, Воронежское, проспект Кирова. Раньше на этом месте были гаражи, а теперь кипит работа. На стройплощадке ежедневно трудится не менее 30 человек. Как идут работы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. По словам подрядчиков, они не только укладываются в сроки, но и планируют работать на опережение. Детский сад возводят по типовому проекту. Здание будет трехэтажным с отдельными прогулочными зонами для ребят и тремя лифтами. Рядом появятся игровые площадки, пешеходные дорожки, зеленые насаждения и газоны. На данный момент мы сейчас залили стены подвала, фундамент, вышли на первый этаж. Сейчас заливается конструкция первого этажа. Все техоборудование закупаем мы полностью, все устанавливаем. То есть садик будет под ключ сделан. В дошкольное учреждение смогут пойти 240 малышей, из них 80 в возрасте от года до 3 лет в ясельные группы. Работы идут по национальному проекту «Демография». В этом году в Самаре готовятся к открытию еще два новых детских сада – на улице Подшипниковой, куда смогут пойти 112 ребят, и на улице Ташкентской, куда придут 132 воспитанника. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.